Вот и лето прошло, а вместе с ним 34 миллиона 350 тысяч рублей потеряли несколько сотен жителей Мордовии. Все эти деньги оказались в карманах мошенников. Из них в июне 7 миллионов 350 тысяч рублей. В июле аппетит аферистов повысились до 11,5 миллионов. В августе жертвы расстались более чем с 15 миллионами рублей. Схемы обмана минувшим летом были уже классические. Деньги теряли при покупках и продажах на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях. Но львиная доля преступлений пришлась на телефоны и звонки лжебанкиров и торговлю на электронных площадках. Накануне в дежурную часть полиции обратилась 26-летний переводчик московской фирмы, которая сообщила, что в период с июля по август текущего года под предлогом получения прибыли от инвестиций неизвестные завладели ее денежными средствами в сумме 2 миллиона 766 тысяч рублей. Отдельная строка мошеннических схем, обманутые лжепутанами мужчины за лето. Несколько человек в надежде получить платной любви перевели аферистам 200 тысяч рублей. 54 тысячи были похищены под предлогом предоплаты за поездки через сервис поиска попутчиков. Практически все потерпевшие были убеждены, что обмануть их мошенникам никогда не получится. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми. Не перечисляйте денежные средства целителям и экстрасенсам за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах. Будьте внимательны при покупке товаров в сети интернет. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».